приоритеты в лечении пациентов, у которых есть сочетание фибрилляции предсердий и хронической сердечной недостаточности. Мы должны сделать профилактику тромбоэмболических осложнений. Мы должны сделать контроль ритма и контроль ЧСС, или контроль ЧСС. И мы должны, естественно, лечить саму сердечную недостаточность. Давайте разберем первый вопрос. Это антикоагулянтная терапия. Первое. Какие ошибки можем мы сделать, когда мы лечим антикоагулянтной терапией пациентов? Во-первых, мы можем не назначить пациентам, которым показаны антикоагулянты, эти препараты. Потом, если мы выбрали варфарин, мы можем, к сожалению, иногда доктора по ряду причин, не, в случае, если МНО выходит за границу от 2 до 3, все равно его не контролируют. И после коррекции доза не скорректирована, даже если доза скорректирована, не прошла проверка, дополнительная проверка МНО, что мы добились успеха. Дальше неправильный подбор дозы прямых пероральных антикоагулянтов. Под ними подразумевается пиксабан, дабидобран, мирофоксабан. Еще в российской литературе их иногда называют НОА, новые антикоагулянты. Назначение прямых пероральных антикоагулянтов при клапанной фибрилляции предсердий или при скорости клубочковой фибрилляции меньше 30 минут. И еще одна ошибка, которую иногда встречается, это коррекция доз прямых пероральных антикоагулянтов по МНО и ОЧТВ. Этого делать не надо, эти препараты по МНО мы корректируем именно варфарин, а не пероральные антикоагулянты, прямые пероральные антикоагулянты. Чтобы решить, нужен ли пациенту антикоагулянт, мы должны оценить пользу риск тромбоэмболических осложнений и риск рискового течения. Для оценки риска тромбоэмболических осложнений мы используем скалу ЧАДС-ВАСК, в которой и в случае, и мы смотрим на пол. Если это мужчина, например, либо у мужчин и одном балле у женщин не нужна антикоагулянтная терапия. При одном балле у мужчин и двух баллах у женщин можно назначить антикоагулянтную терапию. И при двух баллах у мужчин и трех баллах у женщин обязательно нужно начать антикоагулянтную терапию. Давайте посмотрим. У нас ХСН, значит, у нас автоматически уже есть один балл, если это мужчина, и два балла это женщина. То есть у любого пациента сердечной недостаточности уже надо подумать о антикоагулянтной терапии. А если у нас в дополнение есть один из факторов, мы обязаны дать антикоагулянтную терапию. Как оценить рисковое течение? Существует несколько классов, несколько шкал, одна из самых популярных как в России, так и в мире, это Hasbled, она не единственная. И мы считаем наличие баллов и смотрим, какой риск. Если больше 3 баллов, считается высокий риск. Важно понимать, высокие баллы Hasbled не повод не давать антикоагулянты. Зачем нужен Hasbled? Hasbled нам нужен, чтобы понять, что из этих факторов можно модифицировать. Понятно, что мы не можем модифицировать возраст, но мы можем скорректировать гипертонию. В ряде случаев улучшить функцию печени и почек, безусловно, это возможно не всегда. Мы можем, если у пациента лобильное МНО, перевести его на пероральные прямые антикоагулянты, ну и рекомендовать уменьшение количества алкоголя или отмена лекарств, если они жизненно необходимы. Давайте посмотрим. Мужчина 66 лет с ДКМП, получающий аспирин, имеющий гипертонию с повышением давления до 160 на 100. Имеет 3 балла по Hasbled. У пациента ДКМП, у пациента нет ТБС, пациенту не нужен аспирин, мы можем скорректировать давление этому пациенту. Этим самым мы можем Hasbled 3 превратить в Hasbled 1 и значимо снизить риски нашего пациента. То есть Hasbled нам нужно, чтобы понять, что мы можем сделать дополнительно. Итак, выбор между варфарином и пероральным антикоагулянтом. Если у нас не клапанная фибрилляция предсердий, всегда следует предпочесть пероральный антикоагулянт и варфарин. Почему? Потому что в исследованиях, которые были проведены, было показано, что прямые пероральные антикоагулянты в лучшей степени снижают риск инсульта, и мы на фоне них меньше риск грозных кровотечений, в первую очередь внутричерепных кровотечений. Но применение пероральных прямых антикоагулянтов противопоказано при наличии механических клапанов и при умеренном тяжелом митральном ацидозе. Класс 3. Так делать нельзя ни в коем случае. Возможно, в будущем будут какие-то новые исследования, но в данный момент так делать точно нельзя. И еще пероральные прямые антикоагулянты не должны применяться у пациентов с фибрилляцией предсердий и скорость клубочковой фибрилляции меньше 30, потому что на этих пациентов они не изучены. Хорошо, предположим, мы выбрали варфарин либо по
под социально-экономическим обстоятельствам, либо потому что у пациента есть механический протез или у него низкая скорость кубочка фильтрации, мы должны обязательно добиться МНО от 2 до 3. Ну, если вы совсем точно, в случае механического клапана, в ряде случаев нужно добиваться МНО от 2,5 до 3,5, это уже зависит от тромбогенности протеза, это надо уже согласовывать с хирургами. Но если берем не клапанную фибрилляцию предсердий, то от 2 до 3. Почему? Потому что если у нас будет МНО меньше 2, у нас высокий риск тромбоэмболических осложнений. А если у нас, МНО будет больше 3, у нас высокий риск кровотечений, в том числе грозных мозговых кровотечений. Тем самым держать надо от 2 до 3 и обязательно следить за ним. При этом, посмотрите, это данное исследование Real Life, в котором излучался это Бегатран. К сожалению, в России уровень контроля МНО только 52%. Это в исследовании. То есть, насколько он в реальной жизни, это большой вопрос. Возможно, даже ниже. И это не очень хорошо, потому что показано, что терапия варфарина действительно эффективна, действительно значимо снижается риск событий, если мы держимся, если 70% измерений МНО в пределах нормальное значение. Доза пероральных прямых антикоагулянтов. Надо очень четко понимать эту дозу. Если мы выбираем роксабан, доза 5 мг 2 раза в сутки. Единственная причина снизить дозу – это наличие 2 из 3 факторов. Возраст больше 80 лет, масса тела меньше 60 кг и креатинин больше 120 микромоль на литр. В этом случае мы снижаем дозу до 2,5-2 раза. Никакие другие причины не являются поводом снизить дозу апексамана до 2,5-2 раза. В данном случае речь идет о пациентах с классическими показаниями, то есть у нас неклапанная фибрилляция предсердий и СКФ больше 30. Если взять инструкцию препарата, там написано, что от 15 до 30, при СКФ от 15 до 30 тоже можно пытаться давать апексаман в дозе 2,5-2 раза, но если читать рекомендации, в рекомендациях говорится, что при СКФ меньше 30 давать препарат не стоит. Рекомендованная доза рюксабана 20 мг 1 раз в день. И причина снизить дозу 15 мг – это если у нас скорость кубочковой фильтрации изменена по Кольхорсту-Голду. Для всех антикоагулянтов надо смотреть скорость кубочковой фильтрации именно для Кольхорсту-Голда, по Кольхорсту-Голду до 15 мг. И рекомендованная доза добегатрана 152 раза в день. Дальше. Когда следует подумать о применении дозы 110 мг 2 раза? То есть если в предыдущих случаях это директива, если мы видим конкретные критерии, мы должны снизить дозу, в случае добегатрана мы можем именно подумать о снижении дозы. Почему? Дело в том, что добегатран как в дозе 150 мг, так и в дозе 110 мг проверялся отдельно. Из-за этого мы можем быть уверены в эффективности как дозы 150, так и дозы 110 мг. Но все же, по мнению экспертов, подумать о снижении до дозы 110 два раза нужно при СКФ от 30 до 50 и возрасте более 75 лет. При этом я даю 3 ссылки на российские рекомендации, на 2 европейских, и зайдете в них, вы увидите, что в каждом вот эти критерии чуть-чуть отличаются, потому что это мнение экспертов. То есть если вдруг с этими двумя препаратами это правило, при таких критериях мы обязательно снижаем дозу, тут выбор за нами, но учитывая данные исследования, логично подумать про возраст при пожилых пациентов, и учитывая способы выведения препарата, он выводится почками, логично подумать о снижении дозы от 30 до 50 мл. При этом, если мы посмотрим данные регистра, мы увидим, что если мы неправильно дозировали прямые прививальные антикоагулянты, то мы риск осложнений увеличивается. То есть есть повод следовать правилам. Следующий вопрос – это контроль ЧСС или контроль аритма. Итак, у нас есть фибрилляция предсердий и ХСН. Мы дали терапию от ХСН, мы делали профилактику тромбоэмболических осложнений. Что делать? Что надо сделать еще? Надо решить, будем ли мы восстанавливать синусурит и безопасно его удерживать, или синусурит не будем восстанавливать, но будем контролировать частоту. И этот вопрос достаточно интересный. Первый вопрос – ухудшает ли наличие фибрилляции предсердий прогноз у пациентов с ХСН? Вообще, единого ответа нет. С одной стороны, да, мы четко, я в первом же слайде показывал, все это вы прекрасно знаете, что чем тяжелее сердечная недостаточность, тем больше
фибрилляции предсердия. И тут можно сказать, да, действительно, фибрилляция предсердия лучше ухудшает прогноз, но тут идет дискуссия среди экспертов, это фибрилляция предсердия ухудшает прогноз или фибрилляция предсердия является просто маркером тяжести состояния пациента. И тут, по всей видимости, надо учитывать то, как возникает фибрилляция предсердия. Посмотрите. Первый вариант. У нас сердечная достаточность, прошло ремодулирование сердца, увеличение фиброзной ткани, и у нас происходит фибрилляция предсердия. В данном случае фактически фибрилляция предсердия возникла из-за произошедшего уже ремодулирования. И насколько в данном случае, убрав фибрилляцию предсердия, мы улучшим прогноз, это большой вопрос, улучшим ли прогноз. Но посмотрите другой вариант. Пациента фибрилляция предсердия. Он не пошел к врачу, у него сохранялась высокая частота, больше 100 ударов в минуту. У него произошла декомпенсация, снизилась фракция выброса. В данном случае, если мы прервем этот путь вовремя, если он все-таки через несколько месяцев дойдет до нас, и мы восстановим ритм, высоченная вероятность, что у нас мы предотвратим дальнейшее осложнение, связанное с сердечной достаточностью. Безусловно, не всегда, когда уже к нам пришел пациент с длинным анамнезом, мы можем отличить первого и второго типа. Итак, что нам говорят исследования о удержании ритма контрольной ЧСС? Давайте сначала посмотрим препараты. Если говорить про сердечную достаточно низкой фракции, то фактически нашим выбором является амиодарон. И в проведенном исследовании, в котором был сравнивался контроль ЧСС и контроль ритма, в основном, учитывая, что пациенты в сердечно-сосудистой низкой фракции использовали сальфадорон для контроля ритма, было показано, что контроль ритма ничем не лучше контроля частоты по риску смерти всех причин, по риску инсульта, по ухудшению чтения ХСН и по комбинированной точке. Тем самым выбор фактически за нами, потому что обе тактики, они равнозначны. И давайте посмотрим, если все-таки мы решили восстанавливать синусовый ритм, давайте антиаритмики, какие у нас могут быть ошибки. Это, во-первых, назначение препаратов первого С-класса. Дальше это назначение амиодарона на редкие или бессимптомные проактивные фибрилляции предсердия. Мы лечим симптомы, мы не лечим просто что-то бессимптомное, увиденное на холтере. Если речь про антиаритмик, если речь про антикоагулянты, то ситуация другая. Мы боимся бессимптомных проактивных, и мы даем на них антикоагулянты. И амиодарон, и сатолол, если речь идет уже про сердечную достаточность промежуточной или сохраненной фракции варикоза, не отменен после того, как принято решение проведения контроля ЧСС. Да, есть одной оговоркой, то в редких случаях мы можем добавлять кардарон для контроля частоты, но это крайне редкий случай, потому что препарат имеет много побочных эффектов, и, конечно, лучше воздержаться и не делать этого. Я хотел чуть-чуть остановиться на назначении препаратов первого С-класса. Иногда, к сожалению, иногда такие назначения появляются в выписках. Но все же так делать неправильно. Это основано на данном исследовании КАЗ, достаточно старое исследование, в котором сравнили особую группу пациентов. Это пациенты с фракцией выброса меньше 55, у которых был инфаркт в течение последних 90 дней, был инфаркт миокарда. И у этих пациентов было показано, что применение препаратов первого С-класса ухудшает прогноз. Да, тут не исследовали все пациенты с сердечной достаточностью, но после этого исследования в рекомендации было введено, что препарат первого С-класса в принципе нельзя при ХСН, о чем надо помнить. Давайте посмотрим. Хорошо, мы увидели, что контроль ритма ничем не лучше контроля частоты, если мы используем антиаритмики. Я вам показал исследование Heart Failure Atrial Fibrillation, но означает ли это, что нет ли необходимости держать синусовый ритм? Это данные другого исследования, это исследование Affirmed, там брались не только пациенты с сердечной достаточности, там было показано, что сам по себе синусовый ритм коррелировал с хорошим прогнозом. Так же, как и назначение антикоагулянтов, это достаточно старое исследование, использовал только варфарин, тоже коррелировалось с улучшением прогноза. В то время как синусовый ритм на антиаритмиках коррелировался с плохим прогнозом. И получается, возможно, это не, по всей видимости, синусовый ритм это хорошо, а вот антиаритмики это не очень хорошо. Из-за этого возникает вопрос, сможем ли мы улучшить прогноз наших пациентов, если мы будем направлять пациента на абляцию, то есть с помощью абляции убирать нарушительную аритмию. И за последнее время вышло два исследования,
которые очень много обсуждали, за это я хотел на них остановиться подробнее, которые оценили это. Первое – это исследование Кабана. Это сравнение катетерной абляции медикаментозного лечения у пациентов с вариацией претензии. Критерии включения в нее могли включаться как профессиональные, так и персистирующие, так и длительные персистирующие формы фибрилляции предсердия. Это был либо возраст старше 65 лет, или возраст моложе 65 лет при наличии одного и более фактора риска инсульта или сердечно-сосудистых осложнений. И при этом этим пациентам можно было провести абляцию технически, и им можно было назначить как минимум два препарата, и речь идет про последовательное назначение, а не про одновременное, то есть у них не было противопоказаний к препаратам. Оно было открытым, то есть и доктора, и пациенты знали, в какой группе они находятся, многоцентровым рандомизированным исследованием. Только 15% пациентов имели сердечную недостаточность. И медиана времени от первого эпизода фибрилляции предсердия до рандомизации 1-1 год, что означает, что это были пациенты с относительно недавней анамнезией с мерцательной аритмией. И если взять интенсивно-трит анализ, анализ, которым пациентов посчитали так, как рандомизировали. То есть даже если пациент в группе абляции рандомизировали группу абляции, но абляция никогда не была проведена, он все равно остается в группе абляции. И то же самое с медикаментозной терапией. Даже если пациент в группе медикаментозной терапии получил абляцию, его будут считать все равно как медикаментозной терапией. И при таком анализе нет никакой разницы, что делал абляцию, что не делал абляцию, в плане улучшения прогноза. Данные можно смотреть с другой стороны, что абляция ни в коей мере не ухудшает прогноз, и может считаться эффективным способом борьбы с симптомами у пациентов с фибрилляцией предсердия. Но давайте не будем торопиться с выводами. Во-первых, анализ вторичных точек показывает, что в группе абляции отмечалось снижение риска комбинированной точки смерти или госпитализации из-за сердечно-сосудистых причин. Небольшое снижение, достоверная, и анализ компонентов точек показывает, что снижение сначала за счет снижения риска госпитализации, а не смерти, что дает определенную надежду, что абляция может улучшить определенные показатели. Но самое интересное идет дальше. Дело в том, что по 50% пациентов в группе абляции не была проведена. А в группе медикаментозной терапии почти 30% пациентов были направлены в какой-то момент на абляцию. В связи с этим интересно посмотреть другой анализ. Теперь протокол, в котором пациентов, которые только велись по протоколу, то есть посчитать только тех, кто в группе абляции, кому в группе абляции сделали абляцию, тех, кому в группе медикаментозной лечение, операция не проводилась. Вот такой анализ показывает значимый эффект абляции. Посмотрите, количество событий значимо ниже, снижение на 27% в группе абляции. А на какой анализ ориентироваться? Первый протокол или Т-Штутит? Есть две позиции, которых охарактеризовали два эксперта. Первая позиция Партера Дуглас. Первый такой анализ, концепт простая, пациент не может получить эффект от абляции, если ему не было проведено это вмешательство. Вторая позиция Милтона Партера, что правильный анализ intention to treat, при анализе первого протокола теряется эффект от рандомизации, группа становится не сбалансированной по факторам риска. Что это означает? На самом деле может быть два сценария. Абляция – эффективное снижение событий. Смотрите, часть пациентов в группе абляции не получила этой операции. В то же время абляция была проведена тем пациентам в группе контроля, которые не удерживали синус-рит на фоне медикаментозной терапии. То есть мы убрали более тяжелых пациентов из группы медикаментозного лечения, и при этом группа абляции просто не была проведена 10% пациентов, то есть каждым десятым. Но и второй вариант, что на самом деле абляция не влияет на риск клинических исходов. И абляция не была проведена более тяжелым и пожилым пациентам в группе абляции. В то же время группа молодых пациентов, ряду молодых пациентов, их врачи по месту жительства посоветовали сделать абляцию. То есть понятно, что как анализ, так и первый протокол мог слегка исказить действительность. Но важно, чтобы понимать, в первом протоколе анализе в данном случае большее количество пациентов в группе медикаментозной терапии были направлены на абляцию, чем наоборот. Наоборот, абляция не была выполнена в группе абляции. И смотрите, что это означает? Это означает, что часть 30% пациентов в группе медикаментозной терапии успешно велись не в плане риска рецидива фибрилляции предсердия, скорее всего, рецидивы были, а в плане, что у них не было никаких сердечно-сосудистых событий. У них не наступила конечная точка, но при этом в момент перевода в группу абляции вот весь этот успешный флаг в плане риска событий, не в плане рецидива мерцания, уходит. Именно поэтому в исследовании, целью которых установить наличие преимущества одного метода над другим, золотым стандартом является использование именно intention-treat анализа. То есть, как бы, считать мы должны исследования именно по нему.
Но, как я сказал, дискуссия среди экспертов продолжается. Но что точно делает абляция? Абляция, даже считать intention to treat анализ, прекрасно справляется с симптомами. Она убирает риск рецидива фибрилляции предсердия. То есть это хороший способ лечения симптоматичного пациента, который страдает от своей мерцательной атрии, для которого каждый этот проактин – это значимое снижение его качества жизни. А, ну хорошо, в исследовании Кабана было только 15% пациентов с КСН. А что, если взять пациентов с КСН с низкой фракцией выброса? На эту тему было сделано исследование КСЛФ. Исследование КСЛФ, оно многоцентровое, рандомизированное, также открытое. Включали пациенты с пароксизмальной, персистирующей формой фибрилляции предсердия и с фракцией выброса меньше 30%. Там была группа речитовой абляции, медикаментозной терапии. Еще было дополнительное правило, что все пациенты имели имплантированные КД или CRT-D. Давайте посмотрим особенности этого исследования. Первое. В течение 8 лет было проведено скрининг 3000 пациентов. В 31 центре отобрано только 397 пациентов. То есть сразу же это исследование не говорит о каждом нашем пациенте с КСН мерцания. Таких пациентов много. Это говорит о какой-то особой выделенной группе. Но все равно это интересно, потому что лечить надо всех пациентов. А дальше, давайте посмотрим конечные точки. Первичная точка у нас достоверно меньше событий, то есть риск смерти или госпитализации за КСН в группе абляции. Давайте посмотрим на компоненты. Госпитализация за КСН достоверно снижалась. Это прекрасно. Но госпитализация по всем причинам не только не снижалась. Посмотрите, 114-122, P0.96 говорит о том, что никакой динамики не было. И при этом напомню, что исследование было открытым, и тем самым доктора, исследователи вольно или невольно могли чуть по-разному кодировать историю у пациентов абляции и контроля. И в данном случае госпитализацию за КСН сложно считать по-настоящему твердой точкой. Но у нас есть другой замечательный эффект. Смерть по всем причинам, она достоверно снижалась в группе абляции. Это, безусловно, всегда твердая точка. И снижение потрясающее. Давайте посмотрим его на графике Каплан-Майер. Посмотрите. Фантастическое расхождение кривых. Снижение риска на 47%. Ну, тут надо быть слегка аккуратным. Во-первых, давайте посмотрим внимательно. Всегда надо смотреть на количество пациентов, которые наблюдались. В начале исследования это было 179-184, а в конце всего 27-19. То есть вот этот самый значимый большой эффект на снижение риска мы увидели, когда под наблюдением было очень мало пациентов. А значит, этот график может чуть-чуть исходить из действительности. Действительно, по этому графику есть ощущение, что в группе имбиксозной терапии умерло целых 40% пациентов. Но это не так. Но это не обязательно так. Из-за этого лучше посмотреть сами цифры. Сами цифры действительно не настолько впечатляют. Группа абляции 13%, группа контроля 25%, но все равно большой значимый и большой клинически и статистически значимое снижение риска. Давайте посмотрим, а может, все-таки исследование открытое, могли ли быть какие-то причины, кроме самого факта проведения абляции, что в группе контроля риск смерти был выше? Если смотреть внимательно, то могли, и о чем говорят многие эксперты, критикующие исследование. Смотрите, во-первых, пациенты в группе контроля чаще имели БС как причину ХСН, и до рандомизации чаще получали дигоксин, что, скорее всего, говорилось, что они были тяжелее. То есть тут так уж получилось, потому что исследование небольшое, что это... Тут даже несмотря на рандомизацию, вот были такая неоднородная. Дальше. Почему чаще пациенты использовали не тигидропиридиновые кальций-антагонисты, пациенты с низкой фракцией выброса, чего делать нельзя. И используют статистическом строгий контроль ЧСС. 68 ударов покоя, 19 ударов при нагрузке. Конечно, может возникнуть вопрос, зачем бояться брадикардии, если у пациента всем были имплантированные КД или CRT. Но у 70% это были ИКД с справожелудочным электродом. И если мы вызовем брадикардию, мы можем увеличить процент справожелудочной стимуляции, что может, в свою очередь, ухудшить прогноз. Впрочем, мы не знаем, как были запрограммированы ИКД, и, возможно, это совершенно не проблема. Возможно, они запрограммированы были так, что стимуляции справожелудочка не было. Но есть еще одна вещь, из-за которой исследование КСЛФ критикуется. Посмотрите. Вот это количество рандомизированных пациентов. Дальше это то количество пациентов, которых исключили из этого анализа по каким-то причинам.
Это количество, ну, относительно небольшое, но дальше количество пациентов, у которых нет данных по вирусной точке. То есть данные были потеряны. То есть, несмотря на, значит, на старания специалистов, они не узнали прогноз этих пациентов. Число 23, 10 – это достаточно много для такого исследования. Обычно такие потери в исследовании включаются 1000-2000 человек. И при этом разница была статистически достоверна. А если посмотрим суммарное число потерянных и исключенных пациентов, мы увидим, что их было 44 пациента в группе абляции, 23 в группе контроля, то есть 22% пациентов были исключены из intention-to-treat анализа в группе абляции и 11 в группе контроля. То есть наблюдается диспропорция. Мы потеряли данные, сведения о конечных точках у большего количества пациентов в группе абляции. При этом посмотрите, какое число пациентов, у которых наступила первичная конечная точка. Это небольшое количество, в исследовании было небольшое количество событий. 51 в группе абляции, 81 в группе контроля. И если мы на секунду представим, что все пациенты с неизвестным исходом имели события, то достоверность исходов между группами исчезает. Тем самым все это перечисленное не позволяет нам, хотя, безусловно, Кослайф прекрасное исследование, исследователи, сделавшие вопросы героя, но оно не позволяет нам еще сделать окончательные выводы о эффектах абляции на прогноз пациентов с низкой фракцией выброса. И кроме тех того, что я перечислил, есть еще один нюанс. Исследование небольшое и по количеству людей, и по количеству событий. И надо понимать, что когда мы оцениваем небольшое исследование, оно может искажать действительность из-за случайности, из-за игры случая. Посмотрите, вот вам три классических примера. Виссарион против плацебо. Виссарион – это препарат с положительным натропным эффектом, это исследование 90-х годов. Катаприл против лазоктана, исследование элит 1. И амлодипин и плацебо, прайс 1. Первых, в небольших исследованиях пилотов было показано, что все три метода, все три препарата снижают риск смерти. Снижает риск смерти значимо, что говорило о том, что, возможно, препараты будут препаратами выбора, и мы именно ими будем лечить ХСН с низкой фракцией. Но были сделаны проверочные исследования, в нем было большое количество людей, в данном случае не количество людей, а количество событий, потому что важнее для оценки исследований именно сколько случилось событий. В данном случае число смертей. И смотрите, в двух случаях не было достоверной разницы в риске смерти. То есть катаприл, лазоктан ничем не лучше катаприла, и амлодипин ничем не лучше плацебо. А в случае с виссарионом мы видим даже увеличение риска. То есть давать виссарион препарат с положительным натропным эффектом при ХСН точно нельзя. То есть наше маленькое исследование может радикально исказить ситуацию и дать действительно не тот вывод, который является реальностью. Из-за этого, опять же, Кослайф, прекрасное исследование, что, но чтобы быть уверенным, можно ли использовать абляцию мерцательной аритмии у пациентов с низкой фракцией, нам нужно более большое, более крупное исследование. Но надо сказать, что когда у нас недостаточно данных одного исследования, мы можем сделать метаанализ, и такой метаанализ был сделан, был включен не только Кослайф, а другие препараты у пациентов с ХСН и низкой фракцией выброса, которых рандомизировали на плацебо или медикаментозное лечение. И эти исследования показывают, что в целом есть снижение, есть в сравнении с плацебо, есть снижение риска, как риска госпитализации за ХСН, так и снижение риска смерти. Но тут важно понимать вещи. Во-вторых, в основном все события были случайны в Кослайф, которые мы уже разобрали. Во-вторых, общее число событий небольшое. То есть сейчас действительно у нас небольшая доказательная база о том, что абляция мерцательной аритмии улучшает прогноз наших пациентов. Что совершенно не отменяет того факта, что у симптоматического пациента абляция будет снижать симптомы. И если мы посмотрим количество побочных эффектов, посмотрите, оно было не таким уж и значимым. Из-за этого можно сделать заключение по абляции, что проведенные исследования показывают, что абляция снижает риск рецидива фибрилляции предсердий и увеличивает качество жизни пациентов, и недостаточно данных, чтобы утверждать, что абляция улучшает исходы заболевания. Тут надо закончить тем, что все эти исследования проводились в центрах с высоким опытом. И говоря о том, что абляция безопасна, улучшает симптомы, улучшает качество жизни, мы речь именно про центры, которые делают много абляции, у которых много опыта. Контроль частоты пациентов с фибрилляцией предсердий и ХС. Если для открытия европейские рекомендации, достаточно похожи с фразой, написанной в российских, то при
лечение фибрилляции предсердий, заболевая ЧСС, у пациентов является меньше 110 ударов в минуту. И более строгий контроль ХСН, более строгий контроль ЧСН надо использовать при сохраняющихся симптомах ХСН. И это было основное исследование RISE-2, которое показало преимущество строгого и нестрогого контроля ЧСС, строгий меньше 80 и во время 6-минутного меньше 110 ударов в минуту, и нестрогого меньше 110 в покое. И если мы посмотрим субанализ этого исследования у пациентов с ХСН, мы увидим то же самое. Нет разницы в риске сердечно-сосудистых осложнений у строгого и нестрогого контроля. Но есть несколько нюансов. Первый. Повторите, средняя ЧСС исходная. Строгий контроль 76, нестрогий 94. Но если мы посмотрим данные через год, мы увидим в строгом контроле частота 75 и нестрогий 84. То есть, исследователи старались добиться меньше 80 у пациентов с строгим контролем, с чего добились, и меньше 110 нестрогий контроль. Но в реальности эта частота была в районе 85 ударов в минуту. То есть это надо тоже понимать. Никто не говорит, что пациента с ХСН с низкой фракцией надо оставлять с тахикардией. Речь о том, что, по всей видимости, не нужно добиваться действительно очень низкой частоты. Какими препаратами контролировать ЧСС у пациентов с сердечной достаточностью с низкой фракцией? Почему мы говорим именно про этих пациентов? Потому что если взять пациентов с сохраненной фракцией, то по ним нет исследований. И в данном случае пациент с сохраненной фракцией мы будем симптомы будут определять, и наше мнение, наша позиция как врача будет определять, какие препараты мы используем. А у пациентов с низкой фракцией есть определенные данные, есть определенные исследования, на которые мы можем опираться. Бета-блокаторы. Казалось бы, первый выбор, но несколько лет назад был выпущен метаанализ, который посмотрел эффект на снижение риска смерти бета-блокаторов у пациентов с синусовым ритмом и у пациентов с фибрилляцией предсердий. Посмотрите, с синусовым ритмом у нас замечательный эффект. Бета-блокаторы значимо улучшают прогноз. Пациентов с ХСН с низкой фракцией с синусовым ритмом обязательно надо дать бета-блокаторы. При фибрилляции предсердий мы эффекта не видим, тем самым, что бета-блокаторы и плацебо были равны. А речь именно про бета-блокаторы для улучшения прогноза. Вот. Но несмотря на эти данные этого исследования, во всех рекомендациях применение бета-блокаторов при ХСН и фибрилляции предсердий считается классом 1 показаний, то есть все равно надо продолжать их давать, потому что, во-первых, мы видим, исследования были небольшие по размеру. В основном среднее время наблюдения было в районе года. Мы видим, со временем идет относительно тенденция к тому, что есть на выживаемость ниже в группе плацебо. Если мы посмотрим субанализ исследования COMET, это исследование, в котором сравнивали карбидилол, бета-блокатор, показанный при ХСН, и метапролтартрат, препарат, которым, как мы теперь знаем, не надо лечить ХСН с низкой фракцией выброса, мы увидим, что на фоне карбидилола прогноз был гораздо лучше, если смотреть именно отдаленный прогноз. Исследование длилось в течение 5 лет, что позволяет предположить, что все-таки при длительном лечении и правильной титрации доз, если мы избегаем брадикардии, при ХСН и фибрилляции предсердий, бета-блокаторы, те бета-блокаторы, которые показаны при ХСН, будут улучшать прогноз. И что касается дигоксин при ХСН с низкой фракцией выброса, вы, я думаю, много сейчас слышали статей про дигоксин, какой он опасный. И исследователи из Англии посмотрели, в каких исследованиях было показано, что дигоксин опасен. Вот это было показано в тех исследованиях, посмотрите, здесь увеличение риска смерти, где были просто проведены обсервационные работы. То есть сравнили пациентов, кому давали дигоксин, кому не давали. Но дигоксин мы редко даем просто так. Обычно мы даем, либо если мы не успешны в контроле ЧСС бета-блокаторами, либо если у пациента действительно тяжелые симптомы ХСН. А если мы возьмем обсервационные исследования, в которых была учтена разница между группами, то уже тоже наблюдается увеличение риска смерти, но оно не настолько значимое. Если мы посмотрим исследование, где использовался так называемый метод отбора подобного по коэффициенту склонности, который иногда называется псевдорандомизацией, то есть данные пациентов максимально подбирали, сравнивали тех пациентов, которые были схожи по всем критериям, получающие и не получающие дигоксин, мы видим, эффект уже уходит. И если мы возьмем рандомизированные исследования, то эффекта на риск смерти нет. То есть тем самым, если мы возьмем исследование, где
пациентов рандомизировали на дигоксин или плацебо, то мы не увидим того факта, что дигоксин увеличивает риск смерти. Но тут надо сказать важное «но». Если мы посмотрим самое большое исследование с дигоксином, исследование ДИКа, то есть исследование неопациентов с фибрилляцией при черде, то у пациентов с низкой и промежуточной фракцией выброса с синусовым ритмом, там была четкая связь между концентрацией дигоксина и риском смерти. Если мы добиваемся концентрации дигоксина от нальтрексина и вальвоксина, наблюдалось достоверное снижение риска смерти. Если концентрация дигоксина 0,9-1,1, то не было никакого влияния на риск смерти, а при концентрации больше 1,2 риск смерти увеличился. И тем самым, если мы даем дигоксин, ну, во-первых, понятно, что дигоксин, это данные показывают, что дигоксин может негативно, в определенном случае быть негативно сказываться на прогноз, кстати, этот препарат мы даем не просто так, если мы не справляемся с контролем частоты, либо если мы не справляемся с симптомами ХЦН. И, во-вторых, в идеале мы должны проконтролировать концентрацию, она должна быть меньше не одного-одного, меньше одного-одного пикограмма на миллилитр. И при невозможности определения концентрации дигоксина, если открыть российские рекомендации, есть инструкция, что у пациента... Да, и что нам делать, если нет концентрации? Если нет концентрации, во-первых, не надо превышать дозу. Одна таблетка 0,25 миллиграмм никогда. Но если у пациента есть один из факторов риска, а именно мало масса тела, меньше 10 килограмм, этот пациент является женщиной, пациент старше 75 лет, СКФ меньше 60, то максимальная доза дигоксина должна быть уже 0,125 миллиграмм. То есть дигоксин препарат, который давать можно, дигоксин давать надо крайне осторожно и крайне взвешенно. Ошибки при проведении контроля ЧСС у пациентов с сердечной достаточностью и низкой фракцией. Недостаточный контроль ЧСС. То есть, да, мы понимаем, что нам не обязательно добиваться частоты 60-70 ударов, как при синусовом ритме, но все-таки это не должно быть больше 100. Чрезмерный строгий контроль ЧСС, то есть брадикардиона, нежелательно. Использование негидроперидинового кальция хондроганиза у пациентов с ХЦН с низкой фракцией выброса, этого делать нельзя. Использование неразрешенных применений бета-блокаторов, то есть используется уже бисопролол, карвидилон, метопролол, суксудан и небивалол. Никакого диока использовать нельзя. И использовано больших доз дигоксина. И давайте посмотрим клинический пример. Пациент поступил в стационар, ЗКМП, является при сердце с частотой 50-56 ударов в минуту, в покое, то есть ночью у него, скорее всего, будет брадикардия, давление 80-60, терапия бисопролол 7,5 мг, пациент не получал ингибиторов ПФ в связи с гипотонией. В стационаре доза бисопролола была уменьшена до 2,5 мг. К терапии уменьшено вышло у нас очень низкое действительно давление. Пациент поступает с декомпенсацией. Кроме этого, у нас склонность к брадикардии. К терапии добавляется дигоксин, потому что пациент выражен симптомом ХСН. Плюс на фоне уменьшенного бета-блокатора нужно контролировать частоту. Маленькая доза. На фоне этого давление пациента поднялось до 90-100 ударов в минуту, он почувствовал себя лучше. Был начат прием ингибитор ПФ, антагонист минералокортикоидных рецепторов, то есть тех препаратов, которые улучшат его прогноз. И пациент выписан с улучшением в 60-70-80 ударов в минуту, по всей видимости оптимальный частотой пациентов в минуту и давление 90 ударов в минуту. Словно этот пациент еще получал антикоагулянтную терапию, в данном случае это был варфарин, который... Мы, естественно, не должны никогда забывать антикоагулянтную терапию. На этом я хотел закончить. Спасибо за внимание.